Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Realme C25S, и сегодня я покажу, как на данном устройстве восстановить удаленные какие-нибудь файлы, фото, видео, все что угодно. Итак, для того, чтобы это сделать, нам нужно перейти в приложение «Файлы», которое уже здесь предустановлено. Переходим в него, и далее нам нужно открыть корзину. Если вы что-то удалили, открываем корзину. И здесь у нас есть 30 дней на восстановление. Выбираем «Все» и выбираем «Восстановить». Восстановить 10 файлов. Все, теперь они у нас восстановлены и появятся обратно где-нибудь, я не знаю, в изображениях, фото, видео, все что угодно. Вот, на этом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.